Всем привет, друзья, с вами Мак. И сегодня мы с вами поохотимся за играми в Израиле. Поехали! Старая. Динозавр, блядь. Так, что здесь еще у нас есть? Battletoads есть на Сегу. Alien Storm. А ну-ка, Battletoads. А, не полный комплект. Понятно. Что здесь у нас есть? Динозаврик, плохая такая игрушка. Weapon Lord. Не помню, что это было. Понятно. Ну, галыши я в принципе не покупаю. Баскетбол, футбол, да, все, весь спортивный мусор, который может быть. Так, понятно. Клокур, а ну это же клокурный. Химия. Смотрим на Xbox, что здесь у нас есть. Так. Ничего интересного. Вообще ничего интересного, что для меня. Это у нас Станислав Андреевич любит весь мусор собирать. Я не по этому делу, я не мусорщик, я коллекционер. Так, что здесь у нас есть? Нет. Это что за игрушка, кстати? А, Rampage. Помню такую. Тоже. Нет. Понятно. Здесь ничего нет. Ничего нет интересного. Голыши мы не собираем. ПК игры. Нет. Тоже мусор. Мусор. Голыши тоже нет. Интересно, нет. Что здесь у нас есть? Давайте посмотрим. Персона. Не фанат персоны, пятую прошел и забыл. Что за черепахи? Что это такое? О, прикольно, какой-то битэмапчик. А полный комплект или нет? Да блять, ну что ж такое? Нет, этот вариант нас не устраивает. Ну, я не знал, что Blue Dragon выходил. Что он выходил еще в такой коробке на этот. На DS. Вылези, ёпт твою мать. О, здесь есть, но это не знаю, что не похоже на мануал. Я такого Blue Dragon такого не видел. Видел только на Xbox, кстати.
Так, что здесь у нас? О, я такой тоже не видел, что лунитонцы ходили. А что это такое? Еще на иврите? Что это за игра такая? Galactic Sports. Понятно, что это очередной мусор. Надо посмотреть. Что здесь у нас? Ну, Nintendo Wii. Меня вообще очень тяжело удивить. На самом деле. Блин, надо убрать эту херню сейчас. Смотреть тоже особо нечего. Понятно, в общем. Так, что здесь у нас? Platinum City Racer, хуйня. Chase Express, Casper. אנחנו לא יכולים לבוא כל פעם. זה צריך לזרוק, לא מה הדבר הזה. השארתי לך שאלך מזכרת. זה בחרת? אתה מסייד עם כגדור. בטוח? אני לא קונה אם אתה לא סגור, זה הרבה כסף, אלון. Я пытаюсь найти свою стену, кому-то фотографирую. Так, здесь что-то поинтереснее, вроде бы как. А ну-ка. Это Classics. Classics не очень хочу. Для меня это принципиально. Так. PlayStation 3 או Xbox? כן, כי בשני המשחקים יש את המשחק הזה. פיפה יש גם לך, מה ההבדל? אבל זה של מסי. זה לא של מסי, זה של כולם. ביי, תודה רבה לך. בוא, שמת לי את הטלפון שלך בא. כן, כן, יש מגנט בפנים. יופי, תודה. בוא, לא נראה לנו. אמא, את חייבת לקנות לי אקסמק. איזה מים. יש לך פה. תרביץ אותו, קח אותו לדרך גם. טוב, סמוטים פה פלייסטיישן. לא, אין לך פה, לא מחזיק את זה. לא, יש לי מקרר, אחי. אמן. אז תקשיב. Dynasty Warriors, Deus 6. Ударник команды не собралась туда. Ударник не собралась. אתה מושך אותו בעצם מפה, רץ עד המוח. כן, חבר אותה, ניתן אותה. מה, קאג דרס? עשה שכמה תכנותים. אני מי אדמי גיסנאי. תוריד אפליקציה, פימה לינק 3. אתה שיט פיזיוס? נעמון נעשה את זה. אתה חושב... כן, אותה כבר. כן? אתה מבין? מה זה זה, אבל... מעניין אותי, זה הקישור. פרינציפי, סמטרי. Не коробки, а самой этой. Тинтин я хотел, конечно, но я не помню. Я, по-моему, его искал, но так в конце не взял. Не пришло, что у меня там. Вот Zero Tolerance, Batman. Нихера он набрал столько Ханны Монтаны, я не могу понять, это все мусор. Помнишь, мы с тобой не угадали ее как раз или что? Да. Просто понабирал. Нахуя?
А, он еще запечатанную набрал эту ларку. Окей. У него ебанутые цены, хочу тебе сказать, реально. Прям. Что такое Street Racer? Street Racer — это клон Mario Kart. Nintendo же взял лимитедановскую, вот эту зеленую. Ну, правильно сделал. Правильно сделал. А по этим? Видел? По нинтендовским? Что по нинтендовским? А, видел, да, но там горлыши же. А, да, все. Угу. Touchables тоже. Угу. Ой. Что у нас здесь еще есть? Так, Touchables вон с книжкой, что-то. Что? Touchables с книжкой. Кен Тачибл. А, вот это вот, да. Да, да, да. Ой. Коробочка, книжка. Ну такое, 7/8 ближе к 3. Смотрю вот по PlayStation 2. Давай отсюда начнем. Том Клянси, Ghostwire Jungle Storm какой-то. Я не фанат от этого всего. Ну, то есть я могу поиграть, но чтобы держать коллекцию, это не для меня. То есть, чтобы занять мои полки, игра должна быть действительно. Ты думаешь, что Street Racer того стоит? Street Racer в таком состоянии, да. В другом нет. Просто хорошее состояние. Ну, а сколько он на eBay? Ты посмотрел? Нет. Посмотри. Ну, такое. Так, смотрим PlayStation 3. Ну, PlayStation 3 у меня фактически все собрано, что я хотел, поэтому по третьей Соньке меня удивить будет сложно. Корейский Бэтмен. Корейский Бэтмен. Скажешь, что на PlayStation 3 запечатанные игры для Сеги. У меня есть такая. Есть такая. Для Сеча. Причем закрыто. Ну понятно. Ну что, из всего этого мусора, что здесь есть, я нашел только единственный изумруд. Ну и напоследок. Так. Хуй да нихуя. Едем дальше.
Манеш мухис? Ма там целем го. Они усе персум бишвильха. А, персум готов. Ну, без, видишь. А, без манюала. А ну, back to the future возьми. Назад в будущее, через одну. Так. Тоже без, понятно. Порисованный весь. Так, что здесь у нас? Пока ничего интересного я не вижу. Это салат? Сука, что же не так ору-то, а? Не шугаим! Вообще не помнишь ее, но ты даешь. Ну, здесь ничего такого, что меня интересует, нету. Там Дака первый раз вышла. Murder Death Kill, МДК. Ну, если не... אני שמעתי את הרעש הזה המון, אתה יודע מאיפה? פייס ארבע. הפרו? אבל לא. כן, אז מה צריך לעשות? לא, אחר כך אתה עושה ניבוי ומשחת תלמיד. גוד אובו, גוסט אוף צושימה, המשחקים הכבדים? לא, אבל זה... מטוס. זה שקט לגמרי. יש לי בדיוק כזה. לא, הוא לא מריץ. לפעמים אתה יודע למה הוא מריץ בגלל אבק והמשחת תלמיד. לא, תשימת? עשית לו? בדקתי, אבל עכשיו מה אכפת לי? יש לי חמש, זה עומד אצלי לא, כן, אני אומר, אם היית רוצה יותר שקט, ניקוי אבק ומשחת פרליטות יכול להיות ניקוי לסנאות, פשוט על זה תכניס גוסט אוף צושימה, יהיה אותו... כאילו מטוס ממורי אה, סקלת בטוב, כן, כן קניתי, אתה לא זוכר? לא, אני אומר, אולי עושה פרליטות מסכם לא, סיבוקים, יש לכם... לא, אבל עומרי קיבל, הוא רוצה לראות. אלאדין במאסטר סיסטם. פה יש או לא?
Аладдин Бамастер систем. Аладдин. Бамастер систем. Бамастер, аба кибалну мале, но Аладдин. Аба ты צריך לראות, יש פה מלא. אני לא יודע אם Аладдин תסתכל, תראה, יש מלא דברים. אתם לא רואים כל הזה, חדשים. Хотел взять Аладдина, но, к сожалению... На фэнтези зон, на фэнтези зон. На магазине, топ, да. Да, здесь что-то поменьше, честно говоря, выбор, чем в том магазине, хотя обычно наоборот. Обычно наоборот. В этот раз... В этот раз слабенько, слабенько, если честно. О, господи, как на это посмотрю, у меня аж сводят олдскулы. Это класс. Ты с папой ходил обычно менять кассеты? Ну да, на 25-го. На 25-й ты ходил? Да. Вот это 99-11-1. Да, ты помнишь эту тему вообще, да? Я все помню. Все, это по Super Mario 9 видел? Да, Super Mario 9 это вообще, да, это шикарно, это... Оно того стоит. Вот, выдурил у них спауна. И они мне напоследок подарили Mario 9. Лучшая игра на Денди. А также получили Тинтин, но это не у них, это у первого. Гремлины на NES. Что там еще у тебя? Показываю свой улов. И Барнакл японский в полном комплекте, в идеальном состоянии. Цветной. Цветной, конечно. Японцы себя любят. Отлично. Маниш мухис. А коль бы сэра. Сид Филипп. Взял себе на Switch Double Dragon новый. Все хвалят, говорят, шикарная игра. Ну, такие игры я именно играю на Switch. Подарок дали еще футболку и такой стилбук по покемону. Что ж, мы затарились видеоиграми и время, пацаны, перекусить. Вот и закончился наш игровой закуп, игровое путешествие. В поисках игр по Израилю. Собственно говоря, что я вам хочу сказать. Ретро гейминг в Израиле есть. И он довольно-таки не маленький. И коллекционеры свои есть. И своя комьюнити целая. Даже свой местный комикон. Я покидаю страну Израиль. Пора двигаться дальше. Ну а с вами, я надеюсь, мы еще увидимся. Так что, скоро увидимся. До новых встреч!